замерзла? А? А что в шубе-то? Что-то холодно было мне. Стакан минералки утром. Мужики уже рыбачат. С удочкой. Там со спиннинга. Но я-то знаю, что ничего не поймают. Рыбное место вон там, где коса идет. Там еще коловица и сорога на удочку. Я решил порыбачить. Рыбка вон плавает, мелочевка. Значит, есть щука. Интересно, вон радуга образовалась. Никакого дождя, ничего не было. Дождь был, я не знаю, вчера утром только, 24 часа назад. Вот радуга. И вот солнце под такой мощной тучей. Анютка чай там наделала. Нифига ты! Нифига ты! Ты вообще единственный человек, который вообще ловит всегда. Да, Миша? Все, лови, Миша. А я что, щуку пойду ловить тогда или что? Есть, значит. Ну, мне туда надо идти, на косу. Там она ловится. Здесь я знаю, что я не поймаю. Давай. А ты сейчас всю рыбу выловишь, слушай. Ты рыбу сейчас не ловишь. Там мужик ловит рыбу. Нифига поймать не может. Такой же. Ну, так ты видел, у меня удочка какая, наверное, раза в 4. Если что, у тебя... Ой, ты что, она сейчас выпрыгнет? Так ты близко к берегу, то к воде там не это. Эй, это что такое-то? Блядь, она сейчас убежит. Это не выпустит. Фига ты. А что мы сейчас сухие ловим, ничего? Я не знаю, что делать. Придется выковырить. Или жарить. Может, там сух. Жарить, давай пожарим ее. Что, может, выпускать их? Жалко, да? Ладно, нажарим тогда, да? Это вообще активное. Посмотри, близко к берегу там нет. С Анюткой решили скормить рыбу чайкам. Ну, а я по-любому, если да, сейчас они не скумекают, они ее съедят. Ну, так-то они такие, чайки есть чайки. Вообще они обычно налетают. Давай, кидай. Гули, 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 гули. Опа, есть. Поймала, молодец. Давай дальше. Давай, давай, кидай. Давай сейчас. Все, 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 с лету. Одна и та же, она еще ту не приглотила уже к этой. Гули, 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 гули. Давай, давай, по ушке, дай. А эти, что они? Эти шустренькие, они, может, уплывают уже. В смысле, они живые, что ли? Да. А эти-то вон, живчики. Давай, у тебя есть шанс, либо... Сейчас, либо никогда. Что, опять есть же? Давай, я кину. На, нет, уплыла. Она, конечно, живая, реально. Да, не активная. Могу, я здесь поймать не могу, в ведре. Да! Блин! Че? Выскользнула из руки у меня. Ну и все. Все. Класс. Рыбалка. Классная рыбалка у нас с Анюткой. Накормили чаек. На. Сами, как говорится. Пойдем мясо есть. Утренний чай. Итог нашей зорьки утренней. Одна щука. Заслужили чай. Одна щука. И 6 сорок. 6 сорок. Но щуку я отпустила, она была слишком маленькая. А сороки мы отпустили, мы не хотели их готовить. Да. Не случайно нажал
на кнопку. Короче, мы попили чай, и мы решили тут поваляться немножечко, да? Минут 15, да, Нюшка? Заберемся да поедем в Хужир. Как раз распогодится. Погуляем немножечко, пост поедим, да? В музей сходим, да, Нюша? А что? Да что-то смотрите, этот кабель, я уже его так помню. Там что-нибудь новенькое, может, появилось? Картину эту, ангару я тоже помню. Всякие кровати заправленные, всякими вышивками, я тоже помню. А вдруг дождь пойдет, что в машине будем сидеть? А? Ну, если... Или все по сувенирным лавкам хочешь убегать там? Ну ладно, посмотрим. Там церковь есть. Церковь сходим. Give me a church. А? Угу. Окей? Окей. Ну что? Мы идем дальше. Наше путешествие не заканчивается, оно продолжается. Куда? Поедем в Хужир. Никуда, далеко. Далече. Далече? Мы поедем в Хужир. Вон я чайкам оставила картошку вареную, орехи со сгущенкой. Они, видишь, едят. Прилетели. Ну. О, кстати, это та чайка, которая за нами тогда летела. А ты как ее узнал? А вон она, у нее она единственная такая рябая, видишь? А, нет, вон еще одна такая. Да. Ну и ладно. Сор чаек такой. Ну что? Все? Это, видать, две самочки, а это все самцы вокруг. Ну понятно. Ну что, собираемся, переодеваемся, едем. Едем. Ну вот, мы выезжаем с озера Елга. Да? Погнали? Как нам пришлось тут выравнивать машину. Камушках стояли. Чайки нас тут провожают. Ищем позную, в которой мы тогда ели, были очень вкусные позы. Они здесь везде, эти позы. Кстати, здесь мы, по-моему, тоже ели. Да мы везде ели, но мы нашли то место, где самые крутые позы. Вот сейчас пытаемся найти ее. Очень много туристов. Ну как очень идем, много? Идем в любой вон, кафе или хон. Вот, туристы, люди с рюкзаками. Во, все культурно, с ресортировка мусора. Сортировка мусора. Пластик, стекло. Но... Ну все, встретимся в Познане. Я, короче, сказала себе 4 куба. А я 6. Ну-ка, мы учим Нюша, как нужно правильно позы кушать. Вот именно горячий как можно есть. Покуси. Не боргись. Надо выпить сок. Че, еще не весь выпила? Горячий. Губенка это трясется. Че там? Это мясо не дешево. Угу. Че, мясо-то какое, интересно? Рубленое? Фарш. Ну что, как сами позы? Нормально? Угу. Мы еще любим так, да? Иногда. Ты будешь это делать? Майонеза немного. Ну это я больше так люблю. Ну все, короче, повеселимся, да? Угу. Мы приехали на мыс Бурхан. Здесь вот написано небольшое такое описание. Словом, Бурхан буряты называют хозяина Ольхона, самое главное божество Байкала.
Этот один из красивейших мысов Байкала венчает скала Шаманка, представляющая собой две эффектные башни со сквозной пещерой, в которой обнаружена стоянка древних людей, их орудия труда и охоты. Это вот как раз видно. С пещерой связаны образы поэтических бурятских легенд. Она считается местообитанием грозного байкальского божества. Мыс Бурхан называется сакральным сердцем Великого озера. Объявлен памятником природы решением облисполкома в 1981 году. Имеет рекреационно-культурно-историческое значение. Представляет собой полуостров шириной 70 метров и длиной до 150 метров. Мощный ансамбль из двух скал высоты 26 метров разделен небольшим понижением. Состав слагающих пород крупнокристаллический мрамор с примесью графита расположен в центральной части западного побережья острова Ольхов. Сохраним уникальную природу при Байкале для потомков. Обязательно. Идем дальше. Мы идем. Мы купили такие две вязочки, с собой опять забыли привезти. Каждый раз думаем, надо взять и забываем, чтобы загадать желание и завязать их вот на вершине как раз. Вон там. Специальное, да, отведенное место. Там тоже, наверное, написано, как это правильно все называется. Вот, потом загадаем желание, привяжем вязочки. А у нас погода разыгралась. И вот какой вид офигительный. Это вообще кайф. Смотри. Это пляж. А, вон купается? Ты что, купается? Конечно, мы сейчас туда пойдем купаться. Я без купальника. Как без купальника? Я без купальника, я же тебе говорил. Ну, будешь, значит, без купальника. Пойдем здесь по ровненькой дорожке. 8 дней мы здесь прожили. Я когда уезжал отсюда, я сказал, я сюда больше никогда не приеду. Я настолько вымотался. У нас была не экскурсия, мы поехали, короче, в горы. Куда-то вон туда. Там есть какое-то соленое озеро, не понять что. Мы туда проехать не смогли, где-то там на скалах оставили машину. Потом шли туда очень долго и упорно, пришли там пустырь, к озеру не озеро. Там страшно, там типа целебная грязь и там всякое такое. Там такая жуть, мы оттуда как драпанули. За 10 минут, наверное, 5 километров. Ну как драпанули, я такого страха никогда не испытывал. Я не знаю, вот бывают на Байкале вот такие моменты, чувство жути и страха. Потом мы прожили еще 2 дня, уже снимали домики здесь, баньку заказали и уехали. Я сказал, я сюда больше никогда не приеду. Прошло несколько месяцев, я так заскучал по Ольхону. У меня была такая ностальгия, и вот я опять здесь с Аниткой. А он какой-то индеец сидит, с перьями какими-то, это может шаман местный какой, я не знаю. Надо подойти. Я не знаю. В общем. Все натуральное. Так, ну я понял, что это просто рукодельник, он человек точит какие-то фигурки. А вот он, кстати, пляж, на котором мы жили 4 дня с Анюткой. Его там прям сравнивать с Мальдивами, с какими-то. Ну не Мальдивы, конечно, но. Но это на крутейшее место в Сибири. Там песок бархатный, там. Когда мы были, это было 10 июля, в воду залезть было вообще невозможно. Сегодня уже еще 7 августа. Это кайф. Какая красотища, а? Бурханят, конфетки, пряники, зерно,
печеньки, монеты. Сказали, что нужно. Загадать желание. Загадать желание? Да. И привязать. Ну вот загадывай желание. Так, а что там про узлы? Ничего не сказали, просто привязываем все, да? Давай я привяжу. Надо убрать вот эту. Да, вот эти штуки специально продаются тут в магазине. Кто-то привозит ленточки, да. Каждый раз обгладываем. А вот, ну мы как бы православные, а вот у бурятов это их как бы поверование, вера, там, то я не знаю, у них целая традиция. Они вот прям. Так, а у меня короткая, да? А ты можешь завязать к моей прямо вот так взять и привязать. Могу к твоей так привязать. Делают, да. Ладно, давай так. Или можешь на маленький стол. Давай на маленький. Хватает? Да. Я 3 узла сделаю по православной традиции. Бог любит Троицу. Все. Обалденное место. Вот туда вниз посмотреть, эти скалы все такие красивые. И там тоже такая бухточка лазурная, стрекая вода красивая. Прозрачненькая. Прозрачная, видно всех людей, которые туда купаются. Камушки на дне видно. Видишь такой цвет бирюзовый? Mm-hmm. Воды. Особенно в очках, когда смотришь темно. Вообще они бирюзовые. Катер только что проплыл. Катер даже такой кораблик небольшой. Да. Хорошая. Ну что, холодная? Да нет. Сначала заходишь, может, прохладненько так. Все как.
Че, далеко едешь? А, ты автостопер просто с Иркутска, да? Ну понятно. Ну ладно, удачи тогда. Давай, пока. Вот парень с Иркутска автостопер. У нас стоун-терапия. Стоун. Стоун-терапия. Камушками лечимся. Угу. Че, обалдеешь? Угу. У нас солнышко светит. О, чайка попила. Гуля, 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 гуля. Попила водички такая. Оп, оп. Головешка свет крутит. Даша кашеварит. А? Что готовишь? Кабачки жареные. Люблю жареные кабачки. Люблю. Мы загорались, накупались немножко. Я ногу содрала сейчас. Я вот так вот думаю, наверное, дверями. Все-таки закатки здесь будем встречать. А если захотим здесь... гулять, мы можем утром туда завтра сходить, да? Да, есть вид красивый. Угу. И закат будет, наверное, красивый здесь. Ты уже подрумянились, что ли? Mm-hmm. Подрумянились уже? Конечно. Точно подрумянились. Как получилась картошечка? Пробуй. Мы решили сюда не укладывать, потому что картошка офигенно получилась. Мы ее отдельно съедим. Пускай она вот так подогреется. Я боюсь, да, чтобы она не загорелась, потому что масло, все банки, пытается загореться. Так у нас картошечка. Что греха таить, да, мы все люди. У нас прощальный вечер с Альфоном. Да, 50 грамм. Не выпить алкоголя, да. И это правильно. Что нужно обязательно побурханить. Мало. Хватит ложить монетки на бурхан, нужно покапать богам, которые нас приняли, и дай бог они нас добро проводят со своего острова и со своего озера. Спасибо за отдых. Тем временем закипает индейка. Ладно. Ну, просто хорошего вечера это нам. Какие там деньги куда-то платить, ехать Таиланды, Вьетнамы. Круто, что? Круто, круто. Это не сравнимо, это другой отдых немножко, все равно это по-другому. Но это очень красиво, приятно, вообще для души. Он на заднем плане, женщина моется на Байкале. Это нормально. Здесь так все, мы точно так же делаем. Да, там Германия стоит. Фил там. О, типа Антон, здорово, там все дела. Да, вон там фургончик стоит. Там германские наши товарищи. Москва только что проехала. Вот, там куда-то пытаются пристроиться. Все по-доброму, все кайфно. Все. Люди отдыхают, люди наслаждаются и природой, отдыхом. Самое главное, что нет вот этой бум-бум-бум-бум-бум. Да, здесь вся культура. Да, кстати, здесь вообще даже не слышно, чтобы какая-то музыка где-то играла, чтобы было веселье, да? Нету вот этой быдлятины какой-то, нету там девок там с трясущимися грудьми. А как же без девок с трясущимися грудьми? Я, кстати, сегодня видел. Да-да, я тоже так думаю, что как это без них, как это мы обошлись. Ну ладно, давайте хорошего вечера. Да? Всем приятного нам. Аппетита, опять скажет, что жрут, жрут. Ну, у нас полагается, у нас ужин по расписанию. Ну все, пока-пока. А ты что там? Я лежу. Че? Закат провожаю. Или встречаю. Красота. Домой есть байки. Или рассвет ты встречаешь. Закат. Мне налили бокальчик. Луна. Банькин, оказывается. У нас тут банька, у нас там. Все полагается.
реально как в баньке. А, у нас вон моногрели тут. Вот, я лежу, отдыхаю. Красота, наблюдаю вот, за солнышко, как садится. Смотрит, стрелит, вот сидит. Солнце-то село уже. Низко там фотографирует закат. Вот они облака. Закат на Байкале. Интересно, у нас закат, а за Анюткой радуга. Нюша! Радуга за тобой. Чё себе чудеса какие, а? Дождичка, ничего. Такие дела. Понятно, что это может быть детеныш чайки. У него длинные ноги, потому что у них сначала вырастают ноги, а потом они обрастают мышцами, и все тело обрастает жиром и мышцами и всем прочим. Ну скулит она так, как будто это, как будто она детеныш, как будто ну за мамкой бежит, орет, не успевает за ней. Нитка чая кипятит, а мы собрались костер жегче. Точно, дождь пошел. Что там, гуси что ли полетели? Чайки. Чайки. Фонарик-то доставай. Ну как с тобой будем? Пряники-то да без фонарика-то есть. А? Ну-ка быстренько включай его. А? Как это ты? Без фонарика это пряники. Звезды-то с тобой будем с тобой считать сегодня? А луна нифига какая. За тучами светит. Да какими тучами? Ты что меня обманываешь? Никакой луны еще не вижу. А вон, нифига. А луна скоро она к нам выйдет, да? Или наброс прячется. Давай тебе или нет? Я не хочу чай, ты что? Я что тебе? Чаевник, что ли? Я пряники сейчас твои съем, да убегу, ты что это? Фига ты молодец. Ну. Сейчас молоком-то. Берегу, смотри, сколько. Что ты мне постоянно куда-то? Отдыхают люди. Там берегу тоже. Костры горят, да. Главное, там больше каких-то как машин светится или что-то сюда. Да конечно, они там. Фу, там одни машины, это у нас только костры горят, да? Ну. Да. Посмяты. Пряники. Вот пряники с можжевелыми веточками, да? Мишай. Мятные. Мятненькие.
Ночное пожирание пряников. Добавляют круто. Нормально? Вкусненько. Не нормально. А чем пахнет-то? Травами. Какой мед здесь? Какой мед? Это что это? Пряники-то мятные. Я думал, с можжевеловыми веточками. И костерок у нас тут горит. Дров-то у нас еще много осталось, да? Угу. Жегче, не пережегче. Ну что, опять тебе приятного аппетита и всем остальным, ладно? Спасибо. Хватит меня снимать. Брись. Антоша. С кружкой, с чаем. Аниска, кстати, правду сказала. Луна только поднималась. Подними чуть-чуть на пригорок. Да не хочу я подниматься на пригорок. Луна вышла. Что-то я уже спать захотела. Ну-ка время-то уже, ты что? Нифига себе. Мое время уже. 10:00. Где? 9:30. Мы, кстати, всегда 9:30 с Анюткой спать ложимся. Только 9:30 собираемся ложиться. Кого? Мы в 9 уже подушки с тобой страхиваем. И стелимся. Это я 9:30 ложусь спать, а ты там начинаешь что-то топтаться, как слон, ходить. А ты потом еще... До полуночи смотришь, не пойми, что по телевизору. Ну, так. Даешь ему уснуть. А то новости, то бои без правил какие-нибудь. Кайфуем с Анюткой. Кому не нравится, ставьте дизлайки. Кому нравится, ставьте лайки. А кому паршиво, вообще отключайтесь. От того видео, которое мы с Анюткой снимаем. Это же кайф, реально кайф. Даже вот не могу камеру отключить, потому что... От всего получаю удовольствие. Даже Анютка там валяется такая. Че ты валяешься такая, а? Да, че, отдыхаю. Ну включи фонарь хоть себе там наверху-то. Ну включи. Как в этом. Нет, как в этом. Как в купе. Ага. Можешь выключить? Поездец. Да, поездец.